Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам о новом проекте, который, по моему мнению, принесет очень хорошую прибыль инвесторам. Это проект Modo Condos, и строиться он будет за пределами GTA в городе Боунвилл, который находится немного восточнее Ошивы. Наша компания специализируется на инвестиционных проектах. Большинство наших клиентов – это инвесторы, постоянно покупающие и продающие недвижимость, которая приобретается на начальном этапе строительства. Соответственно, из множества проектов мы выбираем именно те, которые, по нашему мнению, принесут максимальную прибыль инвесторам. Почему мы выбрали Modo Condos? Важнейший фактор успешной инвестиции – это локейшн. И если за время строительства глобально меняется инфраструктура района, то инвестиция неминуемо принесет отличные дивиденды. В данном случае это транспортная доступность района. Сейчас экспресс-поезд GO доходит до Ошавы от Union Station в даунтаун Торонто за 37 минут. До Боннвилла это еще 20 минут на автомобиле или более получаса автобусом. После окончания строительства продолжения линии поезда GO станция будет прямо в центре города Боннвилл и в нескольких минутах пешком от нового строящегося комплекса Modo Condos. Соответственно, время в пути от выхода из подъезда до центра даунтауна будет меньше часа. Одного этого уже достаточно, чтобы цены в районе существенно поднялись. Но это еще не все. Дело в том, что в 5 минутах от Ошава GO Station находится завод компании General Motors, закрытый чуть более года назад. В ноябре 2020 года руководство компании объявило не просто о восстановлении производства, но и о том, что General Motors вкладывает инвестиции в размере 1,3 миллиарда долларов, расширит цепочку выпускаемых автомобилей и сделает его чуть ли не одним из самых успешных в Северной Америке по производству пикап-траков. Первые автомобили с конвейера обновленного завода сойдут уже в 2022 году. Это не 1000 хорошо оплачиваемых рабочих мест, и это, конечно, повлияет на стоимость недвижимости в этом районе. Ошава и окрестности последние годы очень сильно развиваются, и наряду с Гамильтоном входит в число самых быстро дорожающих пригородов Торонто. Так что в том, что инвестиции в строящийся проект Modo Condos принесут отличные дивиденды, мы нисколько не сомневаемся и рекомендуем инвесторам не упустить свой шанс неплохо заработать. Тем более, что тут не требуется глобальных вложений. Для приобретения квартиры на этапе котлована тут потребуется около 60 тысяч долларов депозита, которые надо будет внести несколькими платежами в течение первых 2 лет строительства. VIP-продажи в этом проекте запланированы на конец января этого года, и мы уже начали принимать заявки на резервацию квартир в этом проекте. Не упустите свой шанс неплохо заработать. Спасибо, что смотрели это видео. Если вам оно понравилось, не забудьте поставить лайк, а также присоединяйтесь к нам в социальных сетях, Instagram и Facebook. До новых встреч!